Волгоградские байкеры открыли мотосезон. Больше сотни мотоциклистов организованной колонной проехали по центральным улицам города до Мамаева кургана. Под рев моторов колонна проследовала на главную площадь Волгограда, площадь павших борцов, где возле собора Александра Невского священнослужитель произнес слова напутствия и благословения. Позже в парке Саши Филиппова состоялся праздничный концерт, где прозвучали песни военных лет в исполнении юных волгоградцев. Сами байкеры открытие нового сезона сравнивают с Новым годом, ведь впереди новые поездки, встречи и впечатления.